Приветствую всех, с вами Маркелов Борис, и сегодня я уже рассказывал о картах, которыми можно пользоваться в интернете и которыми удобно пользоваться в интернете. Почему? Я уже рассказывал. Если вы зарабатываете в интернете, либо вы хотите получать кэшбэки и хотите уйти от тех банков, которые нас сильно крепят, ну, в смысле, замораживают наши счета при переводе там на какие-то за услуги, за оплаты какие-то могут заморозить ваши счета. Это Сбербанк и всякие остальные банки. Вот эти банки я не рассматриваю. Я сейчас ищу альтернативу, чтобы уйти от этого. Итак, Яндекс Плюс. Карта вот такая вот. Хочу оформить карту Яндекс Плюс. И потом под этим видео будет непосредственно ссылка на Тинькофф карту, и видео я прикреплю, что я про Тинькофф записывал. Тинькофф — это дебетовые карты, за них платить не надо, и здесь можно получать кэшбэки, и этой картой можно пользоваться как мультивалютной и многое-многое другое. Ну вот, я решил оформить карту Яндекс.Карту. Одна Яндекс.Карта у меня есть, а вот Яндекс.Плюс у меня нету. Здесь у нас получается Яндекс Плюс. Выберите банк, оформите заявку, получите карту удобным способом, воспользуйтесь преимуществом карты. Что такое Яндекс Плюс? Ну вот это все вы можете почитать, когда вы перейдете по ссылочке. А на этом я, наверное, заканчиваю. Пойду заполнять, оформлять свою карту дебетовую. И, скорее всего, это будет Тинькофф. Карта бесплатная, переводы без комиссии, снятие без комиссии, подробные условия, оформить карту. Все, оформляем карту, заполню я сейчас свои данные. Вы также можете сделать. Всем привет!